да, мая 17-й год, Харьков. Все братья и сестры, уважаемый Геннадий Адольфович, сегодня особенный день. Всегда мы празднуем 9 мая, те дни, когда весь мир радуется, расслышал Христе. Я вас хочу приветствовать теми словами, которые весь мир сегодня радуется. Христос воскрес! Отрадно, что мы являемся сыновьями, внуками, правнуками тех воинов, которые жизнь положили за род человеческий, за мир и согласие в нашем обществе. И мы, как священнослужители, не бывает ни одной службы, которую люди не вспоминали, не молились тех людей, которые упали в землю и вывезли, осадили нашу землю. Мы уже всегда вспоминаем, всегда помолимся за тех солдатов, которые осветили нашу землю, которые мы сегодня живем, чтобы мы всегда приняли. Да. Несмотря, еще раз говорю, на срывавшийся с утречка дождик, людей предостаточно. Для незнающих Харькова надо сказать, что мемориал находится не так, чтобы в самом центре города, до него еще надо добраться.
Холодногорский, район Новобаварский, по районам люди распределились. Все-таки организация какая-то присутствует. Цветов уже. Людям уже просто тяжело их забрасывать на вершину. Горы цветов. Уже не хватает роста. Так, Знамя Победы. Yeah.